хотел сломать все ваши производственные планы. Я не хотел сорвать заказ. И видит Бог лишь только выполнение технологической программы заставило меня нарушить трезвость и здоровье. И в ваших указаний я не выполнить не мог. Я только глянул в чертежи и сразу вник. Здесь без бутылки никому не разобраться. И сам конструктор пишет напрямик: здесь выпил 50, а здесь 120. Все ваши рассуждения ни о чем. Этимология понятий хоть ты тресни не определяет наших идиот. И слово нам уже не выкинуть из песни. Я только глянул в чертежи и сразу сник. Забил, написано в течение на сноске моя запойная неделя только не. Я не виновен в сроках переноски моей профессии. Сначала было слово, ведь столяром не каждый может быть. Дверной косяк вам выражение знакомое. Ну как его ты трезвый можешь остановить? Все рассуждения ваши легковесны. Я отвергаю ваших осуждений пыл. Написано распил в комплекте документов. И все, что удалось купить на перекуре, я с приятелем разбил. Олег Пилат сказал, для выполнения плана тебе не надо рвать пупок, горячится пыхтеть твой фрезер только после третьего стакана. Кончает сбор чат и начинает идеальная и обработана, все чисто. Зачем не обоснованно штрафуете вы нас? Еще хотел я опровергнуть ваше заявление о том, что лучший столяр — это столяр, что не пьет, когда б ни белочка Джузеппе не было в произведении про Буратино и его веселый наоборот. Теперь каштанку вспомнил, это Чехов. Любил коллега расслабляться в кабаке. Лука честь отдал марширующим солдатам ради смеха. Лука домой вернулся без табачки на реке. И это правда жизни, а не рекламный ход ревизор. И автор зарисовал все так, как мог. И променяла тетка сытость циркового шоу-биза на скромный рацион столярных видео. Я здесь не буду трогать самого святого.
про кровь его не стану всуе рассуждать, но ни пахаря, ни рыбака и ни портного, а причем столяра мы не перестаем внимать. Хочу пойти, что бросить пить и снова жить начать. Так это однозначно из профессии уйти и весь свой опыт в этой жизни потерять. Поэтому прошу вас не скажите, пусть это небо, пусть он принять там новое предложение, перенести в английский наш жаргон. Но говорят же, маркет вместо рынка, а тренд совсем не значит, что трендя. Пусть рынок напоминает чем-то крынку. Мы с вами понимаем, что нам буквы говорят не о себе заботчик, а стажер. Кто только-только встал на трудный путь, скрюдрайвер прочитаю, дальше в жарких спорах пускай расскажут нам, что здесь коктейлем могут отдохнуть. Промыпил, спил, распил, отпил, запил, я вам сказал. Теперь права кернуть и полернуть, но нах мне водку с пивою мешать. Когда в бумагах ваших я увижу повернуть, и все сомнения уходят в них, и не потянет магазин, чтобы набраться, когда увидят чертежа они свои. Здесь выпил 50, а здесь 120. Я не хотел сорвать все ваши производственные планы. Я не хотел сорвать заказ. И видит Бог лишь только выполнение технологической программы заставило меня нарушить трезвость и здоровье. И ваших указаний я не выполнить не мог.